На фабрике мороженого утечка, и не шоколадной глазури или растительного жира, а аммиака. Взрыв на предприятии, выброс опасных веществ в воздух, под завалами находится пострадавший. К счастью, это лишь легенда, учения МЧС, ГИБДД, Роспотребнадзора, медицинских служб и других ведомств. Мы находимся на самой огнеопасной территории завода. Возле компрессорного цеха произошло возгорание в результате утечки аммиака. В спасательной операции участвует около 200 человек. Такие ситуации не часто происходят в связи с тем, что данное производство здесь установлены различные системы автоматизации, уже современные технологии, более надежная система, но исключать ничего невозможно, и мы работаем всегда по наихудшему сценарию. Утечка аммиака смертельно опасна для человека. На ликвидацию аварии спасатели не больше часа. На месте работают службы экологической безопасности. Сотрудники измеряют степень заражения воздуха газоанализатором. Пожарные устраняют огонь на производстве. МЧС приступает к поиску пострадавших. Спаниель Бельтир здесь работает за кусочек сосиски. Хотя вообще собак не допускают техногенным катастрофам. Это опасно для их жизни. На счету у Бельтира около 30 операций в горах и в лесу. Самое важное – поиск пропавшего при сходе лавины спасателя МЧС. Он нашел одну из вещей. По этой вещи сориентировались и нашли уже конкретно человека. Ну, конечно, мертвого. Вот как раз у этого человека была мама этого нашего пса Бельтира. За один час спасателям удалось ликвидировать аварию. По сценарию ЧС край жил 3 дня. В тренировке по гражданской обороне участвовало более 12 тысяч человек. Из них 3 тысячи сотрудники МЧС. Сегодня вечером в Главном управлении МЧС по краю озвучат итоги и проведут разбор полетов накануне Всероссийского дня гражданской обороны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.